Константиновна вызывали? Вызывала, Кирилл Владимирович. Вы уволены, пишите заявление. Что? Это шутка? Ой, только давайте без этого всего, ладно? Это не мое решение, вы же понимаете? Я в вашем положении знаю, но так уж вышло. Выбора нет. Почему все вальса, когда и так жопа в жизни? Все понимаете, да? Все понимаете, что я должен понять? Что меня с работы выкинуло? И что освободило место для сыночка? Алло, Алина Константиновна, это я. Пожалуйста, выслушайте меня до конца, хорошо? Послушайте, я все-таки профессиональный психолог. У меня, ну, трудный период в жизни, что, поэтому я... Нет, нет, послушайте, не нужно мне ваших сожалений, я... Слышишь? Слышишь ты? Ты мне не указывай, ты поняла? Да в жопу себе засунь свою книжку! Кирюш, привет. Ты где был? Простите, вы мне? Ну а кому же еще? Здесь кроме нас с тобой больше никого нет. Конечно тебе, дорогой мой. Я вас не знаю, вы ошиблись. Слышь, придурок, мне рука нужна, которую ты у меня отобрал. Ты че, бля, глухой? Нет, я вас прекрасно слышу. Да мы только одну руку возьмем. Вторая нам не нужна, честно. Послушайте, вы что, денег хотите, да? Давайте я вам просто все отдам, что есть. Братан, да он, походу, не помнит тебя совсем. Простите, я действительно вас не могу вспомнить. Вы же знакомы? Ты же мне сам говори, что мне будет лучше. А у меня вот руки теперь нет. Видишь? Да ему, походу, похер на тебя совсем. Бим, давай без сентиментальности. Человеку плохо, а ты его бьешь. Отруби ему лучше руку. Погодите, не надо, я вспомнил вас. Вы Григорий, я вас по голосу узнал, да? Мы с вами по телефону разговаривали. Да, смотри, чудеса. Кажется, вспомнил. Послушайте, как вы меня нашли? Да как? Телефончик по базе пробил. Узнал, где ты работаешь. Ну а там знакомые люди подсказали, где тебя искать. Вот и сказочки конец. Давайте, Григорий, давайте мы с вами поговорим. Я думаю, мы найдем общий язык. Мы уже поговорили. Бим, тащи его за угол. Алло, Кирилл Владимирович, это Григорий Немлицкий. Извините за беспокойство, я не смог до вас дозвониться на рабочий телефон. Да, Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Все в порядке, очень хорошо, что позвонили. Дело в том, что я больше не работаю в центре. Меня уволили. Вы поэтому не смогли дозвониться мне. Кирилл Владимирович, ну как же так-то? Я третью ночь не могу заснуть. Только начинаю засыпать и вижу, как они избивают моего пса Билла. Мало того, что эти сволочи руку мне сломали, так они еще и дверь входную порезали. Говорят, если долг не отдам, то вообще квартиру сожгу. Послушайте, Григорий. Я уверен, что сегодня ночью они этого не сделают. Вы позвоните мне завтра, хорошо? На этот телефон, да. 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 Всего хорошего.